Всем привет, ребята! Сегодня с вами я, Ксения. И сегодня 26 ноября, воскресенье. Сегодня большой праздник, День Матери. Ребята, кто еще не поздравил маму, бегом бегите поздравлять ее, обнимайте, целуйте и желайте ей всего-всего самого наилучшего. А я для своей мамы приготовила сюрприз. Решила накрыть ей сладкий стол. И для этого сходила в Фикс Прайс и купила целый пакет вкусняшек. Сегодня я вам покажу, что я купила для мамы. И первое, что я вам покажу, это чай. Мы с мамой очень любим чай. И купила новый чай. Это чайное ассорти. Здесь входит 4 чая. Сейчас мы с вами посмотрим, какие чаи здесь входят. Так, откроем. Вот. Так. Вот такая красивая коробочка. Посмотрите, вот он наш чай. Сейчас покажу. Это у нас душистый чабрец. Дальше. Благородный цейлон. И ароматный бергамот. И последний. Смородина с мятой. Я очень люблю мяту. А кто любит мяту, пишите в комментариях. Я думаю, это очень вкусный чай. Давайте мы его отложим и приступаем к следующей покупочке. А следующая покупочка это... Что это у нас? Трубочки хрустящие со вкусом шоколада. Вот. Давайте мы с вами откроем и попробуем. Так, вот такая трубочка. Как вкусно! Я думаю, маме обязательно понравится. Так, отложим. И следующая наша покупочка. Я решила взять печенье, мягкий сэндвич, яблочная повидло. Вот. Давайте, что удобно в этой пачке, что я могу после нашего перекусика взять с собой в школу пачечку и съесть на перемене. Давайте откроем и посмотрим. Вот столько у нас их много! Так, печенье. Ой, посмотрите, это прям какой-то бутербродик. Очень даже вкусно. Вкуснятина. Так, наши печеньки, уезжайте. А мы приступаем к следующей покупке. Что-то мне пить очень захотелось. Так, что я там взяла? Из-под пить я взяла 2 коктейльчика. Один коктейльчик называется «Большая кружка», а другой называется «Топтышка». Вот. Да. Давайте мы с вами попробуем этот... коктейль, он у нас с мороженым и клубникой. На крышечке, что очень удобно. Он очень похож, даже не знаю, как это объяснить. Наверное, клубничное молоко. Вот, очень вкусный, советую всем. Ну, а сейчас мы попробуем топтышку. Он с трубочкой. Давайте мы с вами попробуем. Так, он у нас вкус карамель,
карамельная ириска. Так. Можно сказать, что это вот теперь здесь чуть-чуть чувствуется карамельки и молоко. Ну, такое как... Даже не знаю, как объяснить, но просто вкуснятина. Мне понравилось. Так. Что же следующее я купила? Следующее. Купила я сахарные печенья. Решила попробовать. У нас они со вкусом сгущенного молока. Вот. Так, откроем. Так, вот она такая печенька. Здесь что-то нарисовано. Я, честно, не пойму, что это. Ну, попробуем. Если честно, это обычная печенька, которая посыпана сахаром. Но очень вкусно. Так, следующее, что я купила. Это, наверное, самое главное. Я в Дипте купила деньги. Да, настоящие деньги. Да ладно, я вам пошутила. Я купила целый мешочек шоколадных плиток. Это у нас что? Давайте почитаем. Шоколадная плитка, денежный мешок. Изделия фигурных из глазури. Очень удобно подарить кому-нибудь на день рождения, на какой-нибудь Новый год и все такое. Давайте откроем и посмотрим. Ребята, кстати, кто ел уже шоколадные деньги, пишите в комментариях. Мне очень интересно, кто ел шоколадные деньги. Я думаю, что я одна ела вот такие шоколадные деньги. Ай. Что ж такое? Открывайте. Достаточно. Вот. Все равно. Мне даже силушки не хватает, чтобы разорвать этот пакет. А, вот, все. Разорвали. Да. Какой же мы денежку вызвали? Давайте вызовем наши денежки. Ус, я богачка! У меня столько денег! У меня здесь есть сотки. Вот соточки. Сейчас покажу, как бы вам показать. Вот такие соточки. Потом 1000. И 5000. Ну, я богачка. Так, ну давайте достанем какую-нибудь денежку. Я даже не знаю, какую попробовать нам. А, здесь у нас еще 500. Я их не заметила. Давайте попробуем одну из них. 500-очку давайте. Не очень дорогая денежка. Ну, ладно. Очень что удобно, что вот смотрите, вот денежка у нас. И можно собирать целую коллекцию. Давайте попробуем. Это молочный шоколад. Очень вкусно. Денежки. Уходим. Пока мама это все не увидела. А то сейчас скажет, где я эти деньги взяла. Так. Ну, а что я еще взяла? Это мама очень любит. Это... пряники с мятой. Опять мята. Я очень люблю мяту. Вот такие прянички. Я никогда с мятой не ела. Ну, давайте откроем и попробуем с мятой-то. Так, надо чуть-чуть допить, а то я сейчас не распробую вкус. Прянички. Вот. Они, наверное, политые глазурью. Вкуснее с мятой-то. Вкусняшка. Это, наверное, мята, по правде, мята. Мята с
ее именно чувствуется, как это прям мята. Так. Ладно. Вот это мята. Так, что я следующее-то купила? Заводи друзей с Ментосом! Я купила новый Ментос. Здесь у нас подсказки на каждом драже, очень интересно. И опять же с мятой. Как вы знаете, я очень люблю мяту. Ну, давайте посмотрим, какие здесь подсказки-то. Так, давай. Оп, и какая у нас подсказка? Ух ты, на йогу! Посмотрите, на йогу у нас подсказочка-то. Давайте я. Как вкусно. На жвачку похоже очень сильно. Ладно. Вам следующие новички. Что ж там такой большой? Следующее, что я купила, это супер контик. Это шоколадный вкус печенье сэндвич. Опять сэндвич. Ладно, одну мы отложим, а одну попробуем. Попробуем. Здесь у нас их в упаковочке идет две штучки. Вот. Так. Если честно, обычная печенька. Так что это обычная печенька. Так. Ну, у нас остается чуть-чуть совсем сладость. Давайте я уже выступлю, потому что это так мало. Так, это пока тоже. Купила я Skittles, решила. Меня что удивило, это новый их рисунок. Новый год. Вот, попробуем. Ребята, если кто-то не ел Skittles, пишите в комментариях. Я не ел. Ну, мне кажется, все ели Skittles. Так, ну давайте. Ой, сколько у нас их много. Кстати, здесь у нас, смотрите, какой вкус. Оранжевенько это у нас мандарин. Желтое ананас. Розовое это у нас малинка. Фиолетовое это вишня. А зеленое это яблоко. Пять вкусов здесь. Ну, давайте попробуем какой-нибудь. Кстати, это есть красный Skittles, но он фруктовый. А я взяла зелененький, как я люблю очень Skittles. Это кисломикс. Давайте попробуем зелененькую. Обычная кисленькая конфетка. Ну ладно, приступаем уже к последней нашей новиночке. Это сосалки, как моя мама очень любит сосать сосалки. И я решила маме купить сосалки. Вот, мама у меня больше любит клубнички. Я купила ей две пачки клубнички. Сейчас. Фирма они... мини Монпаси и со вкусом яблочка. Вот, давайте, это классический вкус, натуральные ингредиенты. Давайте мы с вами откроем тогда и посмотрим, как они внутри. Ну, они, наверное, обычные сосалочки, ну, не знаю, сейчас попробуем. Вот, посмотрите, обычные сосалочки. Вот. Давайте попробуем. Если честно, они очень похожи на клубничные чупа-чупс. Ну, а яблочные... Так.
яблочные такие же. Вот. Только зеленого цвета. Ну, давайте мы их попробуем. Это уже яблочный чупа-чупс. Ну что, наш пакет-то опустил? Не знаю, сейчас попробуем. Жаль, а я так люблю сладости. Вы знаете что? Когда я захожу в любой магазин, и там много сладостей, я просто хочу эти сладости съесть, съесть. Но для меня вот этих сладостей мало. Я думаю, для мамы-то их много, а для меня нет. Так что, я думаю, в следующий раз я точно схожу в Фикспресс и куплю еще больше сладостей. И обязательно это сниму. А пока, всем пока. Пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Пока-пока.